Кричала Лейка, увидевшая ее первой. Ты жива? А как ты думаешь? Воинственно, меч все еще был в ее руках, спросила Катя. Тут она сообразила, что стоит совсем голая перед мужчинами, бросила меч, схватила с кровати одеяло и завернулась в него. Впрочем, на нее никто не глазел. Дима деликатно отвел глаза, а Карлсону было не до того.
ясно же, Светка? Нету... Не могут подождать, что ли? Ебаный рот, блядь, дебилы. Сейчас, подожди, сейчас я позвоню, узнаю. Ой-ой-ой-ой-ой. Да. Частями-то тоже, ну, в принципе, 3300 более... в месяц, 6 месяцев. Душу, ух ты! Ух ты ж! Ё-моё! Как? Вот куда смотрит этот человек?